Всем привет! Сегодня готовлю три простых, но очень вкусных блюда. Это запеченные котлеты с овощами и сочная курица-гриль. Ну а спонсор сегодняшнего видео – компания RoomMeat, которая прислала мне на обзор и тестирование вот такую аэрофритюрницу Modern RMA-12. Она и станет сегодня помощником для приготовления моих блюд. Это многофункциональный прибор, который включает в себя сразу 4 полезных устройства – аэрофритюрницу, аэрогриль, дегидратор и мини-печь. С его помощью вы сможете тушить, запекать, сушить, жарить, размораживать, готовить на вертеле или просто подогревать разные блюда. Готовить в аэрофритюрнице гораздо удобнее, чем на сковороде, а самое главное – без применения масла. Такая аэрофритюрница очень компактная, несмотря на то, что объем у нее 12 литров, что позволяет готовить одновременно несколько блюд. Еще один плюс этого прибора – мощный тен, благодаря которому продукты начинают готовиться сразу. Аэрофритюрница RoomMeat имеет сенсорную панель управления, при помощи которой мы можем выбрать одну из 16 программ приготовления блюд. Несмотря на то, что в каждой программе автоматически установлено время и температура, мы можем менять их даже в процессе приготовления. Также имеется функция «Отложенный старт», активируя которую мы можем отложить запуск программы на определенное время. У меня аэрофритюрница стандартной комплектации, в которую входит поддон для масла, он служит для сбора жира и сока, а также его можно использовать как противень. Решетка для жарки, сушки и запекания. Также она может служить подставкой для любых ваших форм, подходящих по размеру. Сетчатая корзина прекрасно подходит для сушки и запекания всевозможных продуктов. Вертел предназначен для приготовления крупных кусков мяса или рыбы и курицы-гриль. И цанга, которая помогает безопасно установить или извлечь блюда, приготовленные на вертеле. Приступим к приготовлению. Для первого блюда нам понадобится фарш, у меня сегодня смешанный, в который мы вбиваем одно яйцо, добавляем мелко нарезанную луковицу и мягкую часть батона, которую я предварительно замочила в воде и отжала. Подсаливаем, добавляем черный молотый перец по вкусу и все тщательно вымешиваем. Предварительно смочив руки водой, формируем котлеты и укладываем на решетку. Вторым блюдом у меня будет гарнир. Это запеченные овощи. Все предельно просто. Они у меня были заморожены. Я их разморозила, удалила лишнюю жидкость. И теперь я их подсолю, поперчу, все хорошо перемешаю и переложу в сетчатую корзину. Будет очень вкусно, а главное полезно. В этой аэрофритюрнице можно готовить несколько блюд одновременно. Так я и сделаю. На нижний уровень устанавливаем поддон для масла. На следующий уровень корзину с овощами. Ну и на верхний уровень решетку с котлетами. Преимущество такой аэрофритюрницы в том, что не нужно стоять у плиты, постоянно переворачивать котлеты и бояться, что они подгорят. Загружаешь продукты, а прибор делает все сам. Включаем режим мяса. Температуру мы менять не будем, ну а время добавим до 30 минут. Спустя 30 минут достаем котлеты с овощами и подаем к столу. При таком приготовлении котлеты получаются невероятно сочные и вкусные. Следующее блюдо, которое я буду готовить, это ароматная курочка-гриль. Для этого мне понадобится курица, которую мне нужно замариновать. Из специй добавляю 1 чайную ложку приправы для курицы, 1 чайную ложку сушеного чеснока, черный молотый перец и соль. Хорошо втираем все специи в курицу и оставляем минут на 30 мариноваться. Курицу я одела на вертел, ножки и крылышки подвязала. Все, отправляем в аэрофритюрницу.
включаем программу курицы. Вертел включается автоматически. Курица у меня достаточно большая, 1 кг 600 грамм, поэтому температуру приготовления я убавлю до 160 градусов. Ну а время приготовления я поставлю 1 час. Вынимаем готовую курицу спустя час. Посмотрите, какая она получается аппетитная, с хрустящей и румяной корочкой. Благодаря аэрофритюрнице не нужно стоять у плиты, и у меня появилось больше свободного времени. Вот такие вкусные блюда я сегодня приготовила при помощи своего нового кухонного помощника аэрофритюрницы RoomMeat Modern RMA12. Ну а для тех, кто хочет получить более подробную информацию об этой технике и приобрести ее, я оставлю ссылку на официальный интернет-магазин компании RoomMeat в описании под этим видео. А еще у меня очень хорошая новость. Со 2 по 10 марта 2020 года у компании RoomMeat стартует распродажа. Ну что, надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезно. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал компании RoomMeat. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Ну и всем пока-пока!